Ом намо Бхагавате Васудевая. 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 Мы прочитаем с вами известный стих с Бхагавад-гиты. Давайте повторим. Шри Бхагаван Увача. Шри Бхагаван Увача. Кама эша кродха эша. Кама эша кродха эша. Раджа гуна самудбхавах. Раджа гуна самудбхавах. Махашано махапапма. Махашано махапапма. Видьянам и хаваринам. Видьяна и хаваринам. Пожалуйста. Шри Бхагавану Ваша. Шакрода Эша. Раджа гуна самудбаваха. Махашано махапапма. Видинам иха вайринам. Шри Бхагавану вача. Кама эша кродха эша. Раджа гуна самудбаваха. Махашано махапапма. Видьянам и хавайринам. Шри Бхагаван Увача. Кама эша кродха эша. Раджа гуна самудбаваха. Махашано махапама. Видьянам и хаваринам. Шри Бхагавану Ваша. Кама эша кродха эша. Раджа гуна самудбаваха. Махашано махапапма. Шри Бхагаван Увача. Кама эша кродха эша. Раджа гуна самудбаваха. Видинам и хаваринам. Читаю перевод. Верховный Господь сказал: «О Арджуна, эта сила – ничто иное, как вожделение, которое возникает под влиянием гуны страсти, а затем превращается в гнев. Вожделение – всепожирающий, греховный враг всех существ в этом мире». Давайте повторим. Верховный Господь сказал: «О Арджуна,
Эта сила не что иное, как вожделение, которое возникает под влиянием гуны страсти, а затем превращается в гнев. Вожделение всепожирающий, греховный враг всех существ в этом мире. Комментарий. Какой божественный милости Чипакитанта Свами Шрилапады Шрилапады Кхиджа. Когда живое существо попадает в материальный мир, его вечная любовь к Кришне под влиянием гуны страсти преобразуется в вожделение. Это можно сравнить с тем, как молоко при добавлении в него кислого тамаринда превращается в простоквашу. Не получив удовлетворения, вожделение приходит в гнев, а гнев порождает иллюзию, которая держит живое существо в плену материальной жизни. Поэтому вожделение – злейший враг живого существа, ибо оно делает чистое живое существо пленником материального мира. Гнев является порождением гуны невежества, и все ее последствия тоже возникают в этой гуне, из этой гуны. Поэтому, если, выполняя предписание шастр, человек не позволяет влиять на него гуне страсти, влияющий на него гуне страсти преобразовывается в гуну невежества, а вместо этого поднимается на уровень гуны благости, он разовьет в себе духовные привязанности к тем самым, и тем самым спасет себя от гнева и его разрушительных последствий. Верховный Господь распространил себя во множестве проявлений, чтобы испытывать всевозрастающее духовное блаженство, неотъемлемыми частицами которого являются живые существа. Они обладают некоторой долей независимости, но когда они злоупотребляют ею, их желание служить Господу превращается в желание удовлетворять потребности собственных чувств, и они оказываются в власти вожделения. Господь создал материальный мир для того, чтобы дать обусловленным душам возможность попытаться удовлетворить свое вожделение. Но когда все их попытки заканчиваются неудачей, живые существа начинают вопрошать о том, какова их истинная природа. С этого вопроса начинается Веданта Сутра от Като Брахма Джигеса. Настало время вопрошать о Всевышнем. О том, кто такой Всевышний, говорится в Шримад Бхагаватам. Джанмати сяято маят итарата шча. Верховный Брахман есть источник всего сущего. Значит, источник вожделения тоже находится во Всевышнем. Если нам удастся превратить вожделение в любовь к Богу, то есть в сознание Кришны, и связать с Кришной все свои желания, мы одухотворим и вожделение, и гнев. Хануман, великий слуга Господа Рамы, разгневавшись, сжег дотла золотой город демона Раваны. Но благодаря этому он прославился как великий преданный Господа. Подобно этому в Бхагавадгите Господь велит Арджуне обратить свой гнев на врага, чтобы доставить Господу удовлетворение. Поэтому, когда мы используем вожделение и гнев для служения Кришне, они из врагов превращаются в наших друзей. Ом агьяна тимирангасья гьянанджана шалакая чакшурунмилитам яна тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитам яна бутале сваям рупам кадамахьям дадати свападантикам Ванча калпата рубяща, крипа синху бяевача, патитанам паване бью, вайшнаве бью, намо намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гора Бхакта Вринда,
Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Еще раз повторим стих. Шри Бхагаван Вача Камаеша Кродхаеша Раджагуна Самудбаваха Махашано Маха Папма Видьянам и Хаварьянам. Верховный Господь сказал, у Арджуна эта сила не что иное, как вожделение, которое возникает под влиянием гуны страсти и затем превращается в гнев. Вожделение – всепожирающий греховный враг всех существ в этом мире. Сегодня я хотел бы провести сравнительный анализ. Сравнительный анализ камы и премы, любви и вожделения. Я хотел бы сослаться именно на этот стих. И удивительно, что, вот как Шрила Прабхупада здесь пишет в комментарии, что любовь превратилась в вожделение, которое стало нашим врагом. Другими словами, желание проявить любовь в этом мире становится нашим врагом. Вражеское чувство. Желание проявить любовь. Удивительно. Этим словам Кришны предшествует вопрос Арджуны, который говорит о том, что заставляет людей совершать неблагочестивые поступки, кажется, что какая-то сила изнутри буквально толкает человека совершать грех. Какая-то сила подталкивает. Может, это Господь в сердце так толкает нас на такие вещи. И Кришна говорит, нет. Сила, которая нас толкает, совершая греховные поступки, это вожделение. Это вожделение. И я бы хотел поговорить, сравнительная характеристика любви и вожделения. Я где-то в 16 году проводил лекции на основе нектара преданности, предисловие нектара преданности. Там мы говорили о любви, вот, и мы дали определенные характеристики любви. Мы говорили о расе. Раса – это вкус. Вкус, который сопровождает любую деятельность, которая совершается в этом мире и в духовном мире. Вот, мы сравнивали, что есть вкусы материальные и вкусы духовные. Вот, мы также говорили, что если мы хотим любить, то мы должны найти достойный объект для нашей любви. Этим объектом является Кришна. И мы говорили о том, что любовь, она, характеристика любви, она заключается в том, что она вечна по природе своей. Любовь. И что нельзя сказать о вожделении. И также мы говорили о счастье, правда, счастье. Кое-что я упомяну с того, что я говорил раньше, а кое-что мы поговорим о новом. Итак, вожделение – это преобразование любви. И также мы сегодня поговорим о таком важном моменте, как искусственная любовь. Одна из лекций Шрилы Прабхупады раскрывает эту тему. Вот. И какая разница между любовью и вожделением? И это естественным образом, что это описывает Кришнадас Кавираджа Госвами, описывает Чайтанья Чаритамрити, где говорит о любви гопи по отношению к Кришне.
любовь, которую испытывали гопи по отношению к Кришне, она похожа на любовь, которую как бы испытывают мужчина и женщина в этом мире. Но по определению, любовь, которую испытывают мужчина и женщина друг к другу, это вожделение. Но любовь, которую испытывали гопи к Кришне, это была према, это была чистая любовь. На основе чего такие мы утверждения делаем? Вот. И Кришнадас Кавираджа Госвами, он описывает, какова разница между ними. Очень важно проследить эту разницу. Он говорит, кама према дукхакара вибхина лакшана лауха арахема яйчхе сварупе вилакшана. Вожделение и любовь также отличаются друг от друга, как железо и золото. Комментарии Шрилы Прабхупады. Человеку необходимо попытаться понять различие между плотской и чистой любовью. Это два разных чувства, имеющих абсолютно разную природу. Между ними такая же пропасть, как между железом и золотом. И дальше он дает определение, что такое вожделение, что такое любовь. Атмендрия прити вачхе таре баликама, кришнендрия прити ичха дхаре преманама. Желание удовлетворить собственные чувства именуется камой, вожделением, а желание услаждать чувства Господа Кришны называется премой или чистой любовью. Очень четкое, ясное определение. Вот. Желание удовлетворять свои чувства за счет другого. Говорится, ты мне нравишься, да? Часто мы слышим, ты мне нравишься. Другими словами, ты мне удовлетворяешь мои чувства. Молодец. Тебе удалось удовлетворить мои чувства. Это вожделение. Желание удовлетворить чувства Кришны, то есть это является любовью. И в комментарии Шрилы Прабхупады дают еще одно объяснение, что любовь, она вечна. И он цитирует стих из шастры. Сарватха двамса рахитам сатьяпи двамса каране ядбхава банханам юнох сапрема парикиртитах. Если любовные отношения сохраняются, несмотря на серьезные причины для разрыва, их считают чистыми. То есть, опять же, здесь говорит о том, что любовь она вечна. Вожделение, оно временно. То есть, оно появляется, и потом оно исчезает, это вожделение. Если какой-то начинается конфликт или что-то, сразу разрываются отношения. Очень много разводов сейчас. Это говорит о том, что в основном людьми руководит вожделение. Но если есть много причин для того, чтобы разорвать отношения, но они не разрываются отношения, то, исходя из этого стиха, то это похоже на любовь. Хотя интересное определение. То есть нет такого понятия, как прошла любовь или разлюбил. Вот. То есть это все эти понятия, связанные с вожделением. Мы никогда не услышим, например, чтобы гуру, например, писал письмо ученику: «Дорогой мученик, прости меня, я тебя разлюбил. Пожалуйста, не пиши мне». Это смешно выглядит. То есть такое не происходит. То есть любовь, она вечна по своей природе. То есть нету повода разрывать отношения никогда, если есть любовь. Ничто не может разрывать отношения, когда присутствует любовь. Но вожделение очень... Когда есть вожделение, то очень... Малейший повод, и все, разрывается отношения. Это вожделение. Еще интересное, Шрила Прабхупада описывает здесь в комментарии, что вожделение, оно может быть похоже на любовь. И оно даже принимать может такие благородные вещи, благородный вид может принимать. Вот. Он пишет, что
Жажда этих наслаждений может прикрывать заботы о благе общества, национализмом, религией, альтруизмом, этикой, библейскими заповедями, заботой о здоровье, кармической деятельностью, благопристойностью, терпимостью, заботой о личном благополучии, стремлением к освобождению от материального рабства, прогрессом, привязанностью к семье, страхом общественного осуждения или законопослушностью. И тем не менее, за всем этим будет стоять лишь одно – тяга к чувственным удовольствиям. То есть оно может красиво выглядеть, красивое вожделение может иметь красивый такой вид, благотворительность, такие, вот, красивые проявления. Но все равно в основе этого всего стоит склонность к чувству наслаждения. Вот в этом проблема. Но хотя то, что мы перечислили, оно является, может, за ним стоит, может, вожделение, но все-таки все эти проявления альтруизма и филантропии, то есть они все-таки являются тем импульсом, что человек чувствует, что нужно научиться жить бескорыстно. Что что-то в моей жизни не то, что я все собираюсь для себя, все для себя, для себя. Нужно научиться жить в определенной степени бескорыстно и самоотдачи. Нужно отдавать другим, нужно служить другим. Он начинает чувствовать это все. Но здесь проблема возникает. Здесь тоже проблема возникает. На кого направить любовь? Куда ей нужно направить свою любовь, чтобы удовлетворить вот эту потребность любить? То есть потребность любить заложена в каждом живом существе. Это естественная потребность. Но где тот объект в этом мире, на который нужно направить свою любовь, и мы не разочаруемся? Одни предлагают на противоположный пол направить эту любовь. Другие предлагают на нацию направить эту любовь. Третьи предлагают нам на человечество все полюбить. То есть много предложений есть. Много список предложений есть, куда направить свою любовь. Вот. Но в большинстве из этих списков мы разочаруемся, когда направим туда любовь. Придет разочарование. Вот. И в комментарии Шрила Прабхупады здесь пишет, что Верховный Господь распространил себя во множество проявлений, чтобы испытывать всевозрастающее духовное блаженство, неотъемлемыми частицами которого являются живые существа. То есть, другими словами, Господь распространил нас, как живых существ, как часть своего наслаждения. Господь обладает бесконечным, разнообразным множеством энергии. И как неудивительно, то есть в основе этих энергий стоит Сварупа Шакти, Господа, является Шримати Радхарани, видимо, алтаре Шримати Радхарани Кришна. Вот. Она является основой Сварупа Шакти или Пара Шакти, высшей энергии, из которой исходят другие энергии. И единственное предназначение Шримати Радхарани – это доставлять наслаждение Кришне. Это ее предназначение. И мы все те энергии, которые исходят от Шримати Радхарани. И наше предназначение заключается в этом же. То есть функционально наше предназначение, конституционально наше предназначение заключается в том, чтобы доставлять наслаждение Кришне. Вот. И Кришна, почему? Потому что Кришна выступает в роли верховного наслаждающегося. Как нам не прискорбно это слышать, но именно Верховный Господь находится в положении Верховного Наслаждающегося. Это тот, кто принимает наслаждение, тот, кто принимает служение. Именно его такое положение. Именно Верховный Господь самый искусный в том, как наслаждаться. Вот. Таково его положение, Господа. И наше, и для нас, если мы занимаем свое естественное положение слуги Бога, то для нас это в радость.
Потому что если он наслаждающийся, если он любит наслаждаться, это значит, что у нас есть множество возможностей доставить ему наслаждение. Вот. И в этом наша радость живого существа. Потому что нам предоставляется большой колорит возможностей доставить наслаждение. Потому что он очень разнообразно наслаждается. Я, Кришна. Но, к сожалению, позавидовал этому положению Кришне, как верховно наслаждающийся, а есть чему позавидовать. Мы позавидовали этому положению Кришны, как верховно наслаждающийся, мы разорвали с ним отношения. И так как мы разорвали с ним отношения, мы сейчас не знаем, куда направить свою любовь. Потому что с ним отношения разорваны. Мы сейчас думаем, куда направить свою любовь. На кого? Куда направиться? Мы не можем найти подходящего объекта, на который можно вот именно по достоинству так вот отдать свою любовь полностью. Потому что мы становимся сами виноваты в том, что наша любовь приносит нам только одни разочарования. Вот. Так как мы ушли от объекта, который достоин тому, чтобы приложить нашу любовь полностью. Таково положение Кришны. Вот. И чем мы заняты в этом мире? Мы в этом мире заняты в поисках объектов для того, чтобы приложить свою любовь. Вот это наше занятие. Вот. И вот та любовь, которая не направлена на Кришну, а направлена на что-то другое помимо Кришны, эта любовь называется искусственная любовь. То есть это не настоящая. Шри Прабхупада называет искусственной любовью. И он приводит пример очень хороший. Он приводит пример с питанием. Например, естественно, питаться нам, когда мы пищу ложим в рот, и потом она попадает в желудок. Это естественное питание. Нормальное естественное питание. Но иногда человек болеет и не может, например, питаться таким образом питаться. И ему делают там, например, капельницу, через капельницу вводят какую-то жидкость, чтобы питать его организм. Или, например, через прямую кишку даже. Вот, питание. Такое питание организма, хотя оно в какой-то степени питает организм, но такое питание организма является искусственным. Это неестественно таким образом поддерживать свой организм. Естественно, когда мы просто вот через рот и через желудок проходит это питание. То же самое по отношению к нашей любви. Естественным образом любовь, она проявляется, когда она направлена на Кришну. Вот. Когда она направлена на Кришну. Если любовь направлена на другие объекты, то мы поддерживаем в себе искусственную любовь. То есть она неестественная. Если она искусственная, то она требует для себя поддержания, эта любовь требует, и она долго существовать не сможет. Вот, и Шрила Прабхупада интересно пишет, что это неестественно и противоречит природе удовлетворить потребность свою любить помимо Кришны. И это мы сможем понять когда возвратимся в наше изначальное положение. Нет смысла об этом спорить. Шрила Прабхупада так интересно. То есть мы можем оспаривать этот факт. Мы можем сказать, что он может более благородно звучит, например, так. Вот так. Давайте полюбим всех. Красиво звучит, да? То есть это может быть благородно, красиво звучать. Но практически это не работает. Во-первых, мы не способны, у нас нет такой способности охватить всех. Очень много, там 6 миллиардов, да, здесь больше. Сейчас население. Вы не способны охватить всех. Мы даже их не знаем. Мы даже не знаем, кто живет в Киеве. Вот. Мы даже не знаем всех, кто в нашем доме проживает. Как можно говорить, что мы можем полюбить всех? То есть это непрактично. Это просто красивые слова. Но это непрактично. Вот. Мы не сможем этого сделать, повесить дерево. Но в то же самое время, так же, как непрактично поливать на дереве каждый листочек дерева. То есть мы такие хорошие, что мы каждый листочек индивидуально польем водой, например, напоим водой. То есть это непрактично. Более практично – это полить корень дерева. Когда мы поливаем корень дерева,
то как ни удивительно для нас, насыщается водой каждый листочек на дереве, хотя мы его не поливали. Вот. Каждый листочек питается водой, хотя мы его не поливали. И так же самое удивительно происходит то, что когда мы удовлетворяем Кришну, то все только выигрывают, все живые существа получают удовлетворение от этого. Таким образом, мы можем удовлетворить всех живых существ, направив свою любовь на Кришну. Таков закон, так оно работает. Если вы хотите служить всем, тогда мы должны направить свою любовь на Кришну. Таков закон. Вот. Это, и поэтому, если мы не направляем свою любовь на другие объекты, помимо Кришны, то это является вожделением, и это является искусственной любовью. И еще один момент, который хотел бы подчеркнуть, это то, что есть разница между любовью и вожделением в том плане, что вожделение – это враг знания. Как, в принципе, здесь будет говориться в этой главе. Любовь – это совсем наоборот. Это благодаря любви знание проявляется в сердце. В Чайтанья Чаритамрите, дальше, там Кришнадас Гараджа в 171 стихе говорит, что «Ата эва кама према бахута антара, кама анудха андха тамах према нирмала баскара». То есть он говорит, хорошо. Поэтому между вожделением и любовью есть огромная разница. Вожделение подобно непроглядной тьме, а любовь яркому солнцу. Андхатамах, то есть самое темное место во Вселенной, это за горами Лока-Лока есть Андхатамас, то есть место темноты, куда не проникает свет солнца. Так вожделение подобно Андхатама, то есть полной темноте. Но любовь к Богу здесь сравнивается как Нирмала Бхаскара, то есть яркому свету. Нирмала, то есть не оскверненному свету. И в этом стихе говорится слово, что вожделение и гнев – это бахута антара. Бахута антара – это такое, что говорится, что между ними огромная разница. Огромная разница между вожделением и гневом. Мы проводили, что они похожи, даже, например, даже сравнение железа и золота, все-таки это металлы. Как бы схожесть есть. Но если разбирать вожделение и гнев с точки зрения знания, то это полностью противоположная вещь. Или мы вожделеем и теряем знания, или мы культивируем знания, тогда нужно ограничивать наше вожделение. Иначе не получится. В этих стихах Бхагавад-гиты, дальше Кришна, он говорит об этом, что вожделение, оно ворует знания наши. Здесь Кришна говорит, что «Так чистое сознание живого существа, изначально обладающее совершенным знанием, оказывается во власти его вечного врага, вожделения, ненасытного и пылающего подобно огню. А плотом вожделения является чувство, ум и разум. С их помощью вожделение покрывает истинное знание живого существа и повергает его в иллюзию». То есть, интересное утверждение. То есть, вожделение, оно покрывает знание, истинное знание живого существа и повергает его в иллюзию. Когда человек вожделеет, у него есть склонность находиться в иллюзии. То есть он жаждет иллюзии. Например, люди хотят, пьют алкогольные напитки для того, чтобы погрузиться в определенную иллюзию. Это жажда быть в иллюзии. И следующий стих, 41. «Поэтому, о лучший из Бхарат, прежде всего, подчинив себе чувства,
Вырви главный корень греха и порока вожделения. Срази этого врага знания и духовного совершенства. Здесь говорится, что вожделение – это враг знания и духовного совершенства. Вот. Гьяна вигьяна нашана. То есть враг знания и гьяны, гьяны знания и враг реализованного знания. То есть как теоретического знания, так и реализованного знания враг. Врагом является вожделение. Вот. И Шрила Прабхупада в комментариях пишет, что поэтому вожделение является символом невежества, которое удерживает нас в материальном мире. Разум – ближайший сосед души. Наполняясь вожделением, он заставляет душу принять ложное эго и отождествлять себя с материей. И это будет как раз говориться в следующей главе, Бхагавад-гита 4 главе, 2 тексте. Там говорится «Сакаланеха маката йоганаштак парантапа». То есть, но с течением времени цепь ученической преемственности прервалась, и знание его в его первозданном виде было утрачено. То есть, и Шрила Прабхупада объясняет, почему знание утрачивается. Бхагавад-гита, знание, которое было изложено в Бхагавад-гите, оно было до того изложено еще, как было рассказано Арджуне, еще Богу Солнцу Вивасвану, оно было поведано миллионы лет назад. Но тем не менее, оно было утрачено, это знание. Почему знание утрачивается? Шрила Прабхупада говорит, потому что появляются недобросовестные комментаторы этого знания. И что значит недобросовестные комментаторы? Недобросовестные комментаторы – те личности, в разум которых проникло вожделение. Как только человеку в разум проникает вожделение, он начинает все видеть по-своему. Не так, как передает изначальный автор, а он что-то начинает добавлять к этому знанию, выдумывать что-то. То есть это, когда в разум проникает вожделение, то знание, оно уходит от человека. И вожделение, оно толкает человека на путь греха и убивает в нем стремление к самосознанию и постижению науки о душе. И Шрила Прабхупада тут в комментарии пишет. Интересно. Вожделение – это не что иное, как искаженное отражение любви к Богу, которое заложено в каждом живом существе. Если человек с раннего детства овладевает наукой сознания Кришны, его естественная любовь к Богу не сможет превратиться в вожделение. Но если любовь к Богу уже превратилась в вожделение, живому существу очень трудно вернуться в свое естественное состояние. Тем не менее, метод сознания Кришны столь могуществен, что даже начав с опозданием, человек может обрести любовь к Богу, если будет следовать правилам преданного служения. Иначе говоря, научиться управлять своими чувствами можно на любом этапе жизни. Надо лишь понять необходимость этого и посвятить себя преданному служению Кришне, практике сознания Кришны или преданному служению Господу. Так, постепенно превратив вожделение в любовь к Богу, человек достигнет высшей цели человеческой жизни. И любовь, она противоположна вожделению. Она не бывает слепой. Поэтому в нашей практике для того, чтобы развить любовь к Богу, мы получаем знания самбандха-гьяну. То есть необходимо получить знания о нашей природе, природе Верховного Господа, природе этого мира и их взаимоотношения. И таким образом, на основе этого знания мы можем развивать любовь к Богу. Более того, практика любви к Богу, развитие любви к Богу, оно есть, в нем естественным образом заложено знание. Вот, есть стих «Васудева Бхагавати Бхакти Йога Прайоджитага Джанаят Ашу Вайрага Гьянам Чаята Хайтукам», который говорит о том, что благодаря преданному служению Господу Васудеве, вот, человеке естественным образом в сердце проявляется знание и отречение от этого мира. Другими словами, то есть любовь к Богу, она
порождает знание. Она порождает знание. Что мы говорили, нельзя сказать о вожделении. Вожделение, оно покрывает знание. Любовь к Богу, она пробуждает в нас знание. То есть приходит человек к просветлению сознания. В этом еще разница между любовью и вожделением. И также есть стих Брахма Самхити 5.38. Приманджана чурита бхакти вилочанена сантаксадайва хридаеши вилокаянти якшьяма сундарама чинтян гунасварупам говиндам мадипурушам тамахам баджами. Я предлагаю свои почтительные поклоны изначальной личности Бога Говинди, которые всегда видят в сердце его чистые преданные, глаза которых умащены бальзамом любви. Этот Господь, Господь Говинда известен как Шьяма Сундара, обладатель всех трансцендентных качеств. Другими словами, этот стих говорит, что увидеть Господа и также познать Господа возможно только тогда, когда пробудится любовь к Нему. Благодаря любви к Господу и раскрывается знание о Господе. Чем больше мы проявляем любовь к Господу, чем больше мы бескорыстно служим Господу, тем больше Он раскрывается его, перед нами. Его сначала раскрывается имя Господа. Вот мы получаем. Потом, благодаря чистому воспеванию имени Господа, мы способны увидеть Его форму Господа, и потом мы способны оценить и восславить Его качества удивительные, которые Он обладает, и после этого мы становимся способны проникнуть в игры Господа, Его разнообразные игры, которые Он проявляет. Таким образом, и это все происходит благодаря тому, что мы следуем процессу бхакти-йоги, процессу чистого преданного служения Господу, любви к Господу, Господь раскрывает таким образом себя. То есть, если преданные, они матчитам адгатапрана, катхаянташ параспарам, будхаянташчамамитян, тушьянтича, романтича. То есть, если преданные, они свое сознание, свое матчита, то есть все свое сознание погружает в Господа. Мадгата прана, всю свою жизнь посвящает, цель своей жизни посвящает служение Господу. Они заняты катхаянтеш, то есть они заняты постоянным прославлением Господа, общением на тему о величии Господа. Вот. И также помогают друг другу, бандхаянтеш параспара, то есть они помогают друг другу в духовной жизни, то преданные уже от этого испытывают любовь. Тушьянти, они приходят, в сердце приходит удовлетворение, тушьянти. То есть полное умиротворение приходит в сердце благодаря такой деятельности. И приходит романти, приходит блаженство от такой деятельности, просто прославление Господа. И это настолько удивительное, это общение Кришна-катхи, то есть очень удивительное положение, когда преданные собираются и начинают общаться о Кришне, что сам Господь, Он привлекается этим обществом. Сам Господь появляется между ними. И Он помогает человеку, дает ему дадами будхи йогам, там, дает ему разум вот, из сердца, как он, человек может достичь его. Ему не нужно уже никаких знаний получать. То, что он уже проявляет любовь к Господу, то есть благодаря этому знание уже по милости Господа проявляется в его сердце. Мало того, ему не нужно проходить процессы очищения никаких. То есть не нужно каких-то специальных очистительных процессов происходить. Нет, Кришна говорит, я светочем знаний развею тьму, которая была в его сердце. Вот. То есть Кришна проявляет полную заботу о своем, своем преданном, тот, который смог перенаправить свою любовь на Бога. То есть если человек способен перенаправить свою любовь на Бога, происходят чудеса в его жизни. Вот, он способен, Кришна уже пробуждает сам знание в его сердце, и Кришна очищает полностью его сердце. До такой степени, что там
снеха привязан, то есть мягкое сердце привязан пред ним. Также Бхактинода Такур, он говорит, что дает определение бхакти, Бхактинода Такур. Он говорит, что бхакти – это взаимодействие самвид и хладини шакти. Что любовь к Богу, преданное служение Господу – это взаимодействие двух энергий. Хладини шакти – это энергия наслаждения Господа, и самвид шакти – энергия знания. То есть знание – это является составляющей бхакти. Вот. Бхакти, любовь к Богу, она соткана из знания и блаженства. То есть такова природа именно премы, любви к Богу. И это, опять же, полная противоположность камы, вожделению. Можно сделать определенные выводы из этого, что хотя любовь и вожделение, они очень похожи между собой в какой-то степени, поэтому вот часто там поют любовь. Но все-таки между ними есть огромная разница. Именно любовь к Господу, она пробуждает знание в сердце, вожделение покрывает это знание. И любовь к Богу является натуральной по своей природе, естественной для живого существа. Но наша любовь направлена на другие объекты, помимо Бога. Это будет искусственная любовь, и она не будет иметь вечную природу. Харе Кришна. Может, какие-то вопросы есть, дополнения на эту тему? Мы жаждем от Бога удовлетворения чувств. Природа очень схожая. А почему все равно? Торговля называется. Нет, так дело в том, что мы не понимаем своей природы и природы Бога. Мы не понимаем, что счастье, то есть у нас есть желание быть счастливым Бога, но это естественно, получается, быть счастливым. Но неестественно положение наслаждающегося для нас. То есть тот, кто наслаждается, всегда есть тот, кто доставляет наслаждение. Вот. И положение наслаждающегося – это положение Кришны. Он тот, кто нас наслаждается. Но все живые существа по своей природе – те, кто доставляет ему наслаждение, те, кто дают ему наслаждение. Естественным образом, как неудивительно, естественным образом, давая наслаждение Верховному Господу, живое существо получает огромное счастье. То оно получает такое счастье огромное, что оно для себя уже больше ничего не хочет. Никакой потребности от Бога уже нет у него. Не как раз вы и появитесь на столе. Да. Если я наслаждающийся, то это значит, меня нет уже. Как ни удивительно, все наоборот. Как только я принимаю положение наслаждающегося, я теряю себя. Я становлюсь рабом чувств этого тела. Я удовлетворяю постоянно чувства этого тела, и они постоянно удовлетворены. Я теряю себя, свою природу настоящую. Мы даже не знаем своей природы настоящей. Вот в данном положении, когда мы сейчас находимся в положении наслаждающегося, когда мы заняли, думали, что наслаждающийся быть лучше, чем давать наслаждение, сейчас мы забыли даже, кто мы есть. Мы потеряли уже себя. В данном случае мы не знаем, кто мы. Мы не знаем своей вечной природы. Вот это потеря. Это настоящая потеря себя. Мы потеряли свои настоящие эмоции,
потеряли свое изначальное положение, какое мы занимаем, мы не знаем об этом. То есть мы потеряны, уже потеряны. Почему? Потому что мы заняли не то положение, не положение наслаждающегося. Мы стали потерянными. Но когда мы начинаем служить Господу, когда мы начинаем отдаваться им полностью, то мы обретаем свою природу вечную. Мы начинаем обнаружить, кто мы есть. Вначале мы начинаем понимать, что я не тело, что я вечная душа, потому что мы соприкасаемся с Господом. Господь, Он трансцендентный по своей природе. Его имя, форма, качество, деяния, они являются трансцендентными, имеют трансцендентную природу Господа. И как только мы соприкасаемся с Ним, мы начинаем понимать, что мы являемся также трансцендентными по своей природе. Мы не являемся материей. Это потеря себя, то, что я отождествлял с материей себя, то, что я думал, что я мужчина, я женщина, украинец, россиянин, там, англичанин и так далее. То есть это потеря себя, потому что я отождествлял себя не с тем, кем я не являюсь на самом деле. Это потеря. Вот. Но мы тогда понимаем свою вечную природу, что я вечно, вечная душа. И мы понимаем также мы начинаем понимать свою функциональную природу вечную, активную вечную природу, чем мы заняты в вечном духовном мире, мы начинаем осознавать это. Мы являемся вечными слугами Верховного Господа. Вот. Мы начинаем, наша природа понимания себя начинает возвращаться до нас, естественно. Так что все наоборот. Хороший вопрос. Какая разница между любовью к Богу и любовью к всем живым существам? На самом деле мы не способны полюбить другие живые существа, потому что, во-первых, мы не способны даже их обнаружить. Не говоря о том, чтобы полюбить. Потому что мы на все свое сознание мы направляем на психофизическую природу, которая обусловлена живое существо. То есть мы смотрим на другую личность и не знаем, кто перед нами. Мы видим одежду. Мы смотрим на одежду. Мы даже не знаем, кто в этой одежде одет. Мы не знаем этого живого существа. Вот. Мы привязываемся к психофизической природе живого существа. Не обнаруживаем его даже. Но когда мы направляем свою любовь на Кришну, вот, через Кришну у нас проявляется связь с другими живыми существами. И мы сарва бутатма бутатма, то есть мы становимся дороги всем, и все становятся дороги нам. Почему? Потому что они связаны с Кришной. То есть таким образом, то есть как тот пример, который я приводил с деревом и листьями, и также Шрила Прабхупада, еще один пример, если мы пищу посылаем в желудок, то благодаря этому насыщается каждая часть тела этого. Не нужно специально кормить руку, специально кормить голову, покормить потом ногу. Вот. Нет необходимости такой. Единственное, что нужно, это пищу направить в желудок. И когда мы направляем пищу в желудок, то удовлетворяются все части тела. Это. Если мы направим свою любовь на Кришну, удивительным образом мы удовлетворяем всех живых существ. Такое удивительное явление происходит. Да. Да-да. Да, вожделение на тонком плане проявляется как лобха, пуджа и пратишка. То есть это не обязательно влечение к противоположному полу, вожделение. Вожделение может проявляться как лобха, пуджа и пратишка. Лобха – это желание выгоды,
Пуджа – желание уважения, пратишка – желание славы. То есть таким образом проявляется вожделение. Например, и поэтому, если я хочу, например, прославиться, возьму-ка я Бхагавадгиту прокомментирую. Она уже прославленная Бхагавадгита. И тут я буду известен как комментатор Бхагавадгиты. Например, да? Таким образом могу удовлетворить свое желание прославиться. Хороший вопрос. То есть в нашем обществе мы очень делаем акцент на то, чтобы строить взаимоотношения между преданными, близкие взаимоотношения между преданными, любовные взаимоотношения между преданными. Вот. И это вожделение или это любовь. По большому счету, то есть... Если в нас пробуждается склонность к шравным киртанам, слушание повествования Господа и прославлению Господа, в нас естественным образом мы будем искать то общество, где я могу удовлетворить вот эту потребность к шравным киртанам. Вот, слушание Господа, прославление Господа. И вот тогда, то есть это... Отношение в этом обществе будет построено на любви, потому что в центре будет Кришна. В центре будет Кришна. Не проявляя интереса к духовной жизни, не проявляя интереса к вот именно процессам бхакти, то есть находясь в обществе, естественным образом у них какие-то другие потребности в этом обществе будут. Другие потребности в этом обществе будут. Поэтому в этом смысле то есть будут проявляться элементы вожделения. Но так или иначе, если мы соприкасаемся с чистым, вот, даже если неправильные у нас мотивы, то есть со временем мы будем очищаться. Поэтому в любом случае мы должны находиться в обществе вайшнава. Это Рамануджа Ачарья, он говорил, что если у вас проблемы, вы никак не можете решить эту проблему, вот, не знаете, что делать, просто придите и сядьте у стоп вайшнава и сидите. И все решится. Все решится. То есть настолько благоприятно находиться в обществе великих душ, в обществе вайшнава находиться. Но почему? Потому что не связано с Кришной. Даже если мы не связаны, если у нас какие-то такие мотивы другие проявляются в этом общении, тем не менее, то есть настолько могущественно это общение, что оно все меняется. Благодаря практике преданное служение меняется. Это все. Один человек пришел к садху, поклоняться Господу Шиве, и он захотел, чтобы стать богатым. Он поклонялся долго, ему услышал голос Господа Шивы. Господь Шива сказал, что, пожалуйста, если хочешь богатым, иди вон в тот храм и делай то, что ты скажешь там садху, который в этом храме живет. Он пришел к нему и сказал, что вот так и так Господь Шива меня послал к тебе. Помоги, я хочу стать богатым. Нет проблем, говорит, бери четки, повторяй Харе Кришну. За каждый круг получишь золотую монету. И он сел. Такой энтузиазм был, знаете. Хари Кришна. И реально раз, пак, монета золотая. Непростая.
И еще кружочек, еще. И так он, так с энтузиазмом повторял, так как гора золотых монет уже перед ним появилась. И он, глаза блестели. И тут вдруг происходит необычное явление с ним. Он повторяет святые имена, и в него пропадает всякий вкус к этим монетам. Он же не хочет этого золота. Он испугался, что произошло с ним. Я уже не хочу этого золота. Почему? Он побежал к садху, говорит, извиняюсь, простите, но что-то такое произошло со мной, такие проблемы. А он говорит, ну да, говорит, я тоже так начинал. Теперь садись, говорит, продолжай. Я пошел. И он начал повторять постоянно святые имена Господа, уже не мотивированные какими-то материальными желаниями, получая вкус именно уже от святого имени. Также мы, если мы попадаем в садху, в общество садху, вообще в возвышенных вайшнаву, вот даже если мы руководимы вожделением каким-то, каким-то выгодой, какую-то иметь выгоду, то есть наше сознание будет меняться. Поэтому в любом случае нужно находиться, хотя самое большее благо мы получим, когда мы будем чистым мотивом. То есть, пранипат должно быть, то есть предание садху полное. Потом довериться садху необходимо, и на основе этого потом задавать вопросы. Кьями, кене, майя, джатра, патрая, их нахиджани, кеманехи, тахая. То есть мы должны прийти в общество вайшнава и спросить, кто я? Почему я испытываю родственные страдания? Если не знаю ответа на вопросы, как я могу какое-то благо для себя сделать? Таким настроением пришел к Шичтани Махапрабху, Санатана Госвами, который показал пример, как нужно общаться с садху. Вот. И услышав ответы на вопросы, мы должны служить этому садху. Таким образом, получим полное благо общения с вайшнавами. И это, то есть, благодаря в обществе садху мы видим Кришну. Благодаря тому, что мы соприкоснулись с садху, мы сможем соприкоснуться с Кришной. Благодаря тому, что мы соприкасаемся с Кришной, мы еще больше оценим общество вайшнава. Я не сказал такого. Раньше говорил, да? Раньше говорил такое, да? Да. Что? Разные. Хорошо. Меня решили. Так, что Нитьяндара скажет о материнской любви? Завалит ее, а тоже скажешь о вожделении. Я ехал в поезде, я читал, видел книгу. Против меня сидела женщина, читала книгу. Я прочитал название книги «Излишняя материнская любовь». Это книга была. И сзади этой книги было написано, что все проблемы этого мира, которые сейчас существуют, большинство проблем этого мира связаны с излишней материнской любовью. Как неудивительно, то написано было так. Я сейчас скажу. Было связано с излишней материнской любовью, а не была связана эта вся книга. И я так посидел, думал, что бывает ли для нас любовь излишняя? То есть у нас и потребности любви, знаете, такие, даже размеры Вселенной не подходят для того, чтобы проявить потребность любви. Бывает ли излишняя любовь? Излишней любви такой не бывает. Но бывает вожделение по отношению к ребенку. Это вожделение появляется в том, что родители хотят наслаждаться ребенком. Они хотят, даже не одевают ребенка такими ушиками, так что это как
карапузик растеменький такой. Знаете, как животные такие. Знаете, ну, красивенько так выглядит, чтобы им наслаждаться. Вот это желание наслаждаться, наслаждаться ребенком, оно проявляется как вожделение. Это явление, желание проявления вожделения. В то же самое время, даже, например, в то же самое время материнская любовь, которая есть в этом мире, в материальном мире, из, если брать из всех форм любви, то материнская любовь у нас самая чистая, если брать других, самая чистая. Потому что там все-таки там большая доля бескорыстия. Очень большая доля бескорыстия. Да. Не, ну. Нет, любовь к гуру, она основана на духовной природе. И когда мы говорим любовь к Кришне, то сюда включается любовь к гуру. Любовь к Кришне – это не что-то узкое такое понятие. Любовь духовную часть. Сюда включается любовь к преданным. Сюда включается даже то, что вы упомянули, то есть сострадание ко всем живым существам. Сюда включается, когда есть любовь к Кришне. Оно достаточно широкое. Понятие любовь к Кришне. Поэтому нужно это изучить, эту любовь, что она собой представляет. И если семья направлена на служение Господу, если семья это грехастки, которые цель жизни которых является служить Господу, там может проявиться настоящая любовь. Это уже 10-й вопрос. Наслаждайся долей своей. То есть прими, что выделено тебе как доля, не посягай на все остальное, хорошо понимая, кому все принадлежит. Этот стих мы тебе. Да, но это не трансцендентное положение. Это определенно, но это не трансцендентно. Каждому человеку выделено ее как доля, он принимает это все, но это не является объектом наслаждения. То есть человек принимает все, что выделено ему как его доля, не посягая на все остальное, хорошо понимая, кому все принадлежит. То есть то, что выделено нам по жизни, мы принимаем. Мы принимаем, и ту долю чувственных наслаждений, которые выделены, мы также принимаем. Потому что материальное тело, которое мы имеем, у него есть потребности этого тела. Потребность еда, сон, вот, оборона, даже совокупление определенное. То есть это есть потребности тела. И в определенной степени мы должны удовлетворять потребности этого тела. Мы должны удовлетворять и потребности этого тела, иначе оно просто не выживет, это тело. Такова природа этого тела. Но при этом, если мы думаем, что это и есть наша жизнь, удовлетворять потребности тела, если мы всю жизнь направляем на то, чтобы удовлетворять потребности тела, то это будет вожделением, является вожделением. Это потому что вожделение,
Любовь гопи, она похожа на вожделение. Но они не испытывали вожделения. Она внешне была как вожделение. А я вам объясняю, что это имеется в виду. Ну да, да. Пожалуйста. Так, еще кого есть? Вызов. Я что-то... Спасибо. Очень хорошее дополнение. Хорошо. Спасибо вам большое. Хари Кришна. Шримад Бхагавад Гита ки джай, Шри Прабхупада ки джай, Гор Премананде.